Ивановская область участвовала в Москве в крупнейшей выставке ярмарки народных художественных промыслов «Ладья». От нашего региона были представлены 11 предприятий творческих объединений. Это строчевышивальное производство «Ришелье» и «Стоки» из Путежа, вышивка из пестяков, шуйская строчевышивальная фабрика. Палехскую миниатюру представили мастерская Александра Гусаковского, компания «Духанин» и художники «Палеха». Холодская фабрика художественной миниатюры и русская лаковая миниатюра. Дизайн стендов разработал Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области. Необычное яркое оформление подчеркивало художественную уникальность народных промыслов нашего региона.